Выносливость, сила и скорость – главное в их работе. От этого зависит жизнь людей. Участие в пожарном кроссфите приняли огнеборцы из спасательных подразделений города Брянска. Очень радует, что наше управление проводит уже третий год подобного рода мероприятия, которое показывает физическую, профессиональную подготовку. Поэтому будем надеяться, что эти традиции будут дальше продолжаться. Третий год выступаем, полет нормальный. Для участников 12 заданий. Поднять 24-килограммовые гири, перевернуть колесо в 300 килограммов, вскрыть бензорезом дверь. По сути, повседневная работа спасателя при пожаре и любой чрезвычайной ситуации. Одно из самых зрелищных испытаний – буксировка 5-тонного пожарного автомобиля с помощью троса. Двум участникам от каждой команды предстояло передвинуть машину на 40 метров. Задачу усложнял включенный аппарат на сжатом воздухе. Первое место заняла пожарно-спасательная часть номер 13, второе место – пожарно-спасательная часть номер 12 и третье место – пожарно-спасательная часть номер 1. Победителям грамоты, кубки и сладкие призы. А главное – уверенность, что их физическая подготовка поможет спасти не одну жизнь. Валентина Матвиевская при содействии Главного управления МЧС России по Брянской области.